Поехали. Праздник Новый. Вместо проверки документов, цветы и открытки. 8 марта на дорогах города сотрудники госавтоинспекции останавливали преимущественно автоледи. Притом не из-за нарушения правил. Здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат в водитель тоже поздравляю. Спасибо большое. Соблюдать правила дорог. Спасибо. Череду поздравлений открыл начальник региональной госавтоинспекции Сергей Романов. А после подключились сотрудники во всех районах города. Здравствуйте. Хотели вас поздравить с 8 марта. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы всегда радовались, так же улыбались, и все у вас было хорошо. Спасибо вам большое. Счастливого пути. Такие поздравления стали уже доброй традицией. Притом поздравляют автолюбительниц не только на городских дорогах. Наряды ДПС дежурят и в районах области. Например, в Шацком районе для такой акции пригласили ростового Мишку. К акции этой всегда подходят довольно изобретательно. Здравствуйте, дамы. Сотрудники госавтоинспекции поздравляли и женщин-водительниц общественного транспорта. А иногда даже и заходили в салон вручать цветы девушкам-пассажирам. Хочется обратиться ко всем автолюбительницам, пожелать им безаварийного вождения, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. И встреча с сотрудниками полиции проходила только с положительной стороны. Напомним, что к поздравлениям присоединились и ребята из ЮИД, юных инспекторов дорожного движения. Они тоже поздравили автолюбительниц, вручили им открытки и памятные подарки. Такое внимание со стороны госавтоинспекции неспроста. Как отметили в ведомстве, цель мероприятия не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения ПДД, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.